Фонд государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана по случаю празднования Дня национальной печати провел церемонию награждения победителей конкурса для журналистов. Исполнительный директор фонда Вугар Саферли в своем выступлении отметил, что были представлены 147 работ от 69 СМИ. По каждому из 19 направлений было выбрано 6 победителей. В целом, до настоящего времени на эти цели фонд выделил свыше 30 миллионов манат. В своем выступлении помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что в этом году День национальной печати стал знаменательным вдвойне. 20 июля при участии главы азербайджанского государства состоялась церемония распределения квартир журналистам. Это событие было положительно воспринято общественностью Азербайджана. Cənab prezidentin sizin qarşınızdakı o geniş proqram xarakterli sözünə ki mənasında jurnalistikamızın bilicisi kimi etdiyi çıxış. Выступление президента Ильхама Алиева перед журналистами превратится в настольную книгу рекомендаций для Совета по прессе, государственных органов по работе с медиа, редакцией. Уверен, что эти рекомендации послужат основой для дальнейшей деятельности и успеха в этой сфере. Президент пожелал представителям средств массовой информации следовать кодексу чести, принципам журналистики, быть объективными и любить родину. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам отметил, что глава государства всегда проявляет истинную заботу о журналистах, выдвигает инициативы по улучшению социального положения сотрудников СМИ, усилению материально-технической базы медиаорганов. Состоялась закладка фундамента третьего здания. Несмотря на ограниченные возможности бюджета, президент распорядился о выделении необходимых средств и поручил в течение 3 лет завершить строительство. Если глава государства распорядился завершить строительство максимум за 3 года, я уверен, что мы сможем построить здание и за 2 года. Помощник президента Али Гасанов сказал, что комиссия, созданная с целью обеспечения представителей СМИ жильем, работала в напряженном режиме и, с сожалением, отметил наличие некоторых сил, попытавшихся бросить тень на ее деятельность. По завершении выступлений победителям конкурса были вручены награды. Афят Гасанова, Фарах Сабиргызы, Эльвин Гаджалиев, CBC.